Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в Китае. Вот в таком вот номере, немаленьком. Вполне все норм. Хороший телек, просторно. Кровать просторная. Здесь курить, правда, нельзя, но я не курящий, поэтому мне нормально. Вид из окна 21 этажа. Это гостиница Holiday Inn. Вполне нормальный вид, скажу я вам. Правда, окна немного грязноватые, а так в целом норм. Кондиционер работает. Тут даже есть небольшая гардеробная. И также ванна. Ванна, пожалуйста. Душевая. И туалет. Тут так цивильненько выглядит. Здесь вот чаи можно погонять. Ну, если вам как бы нужны покрепче напитки, это надо идти в бар. Также здесь на 21 этаже лаунж находится. Я сейчас покажу. Здесь Executive Club. Можно винишко выбрать себе и посидеть с хорошим видом. Лаунж. Вот вид с обратной стороны. На Шанхай. Полей много и домики такие. Есть маленькие, есть большие, коттеджные прям вообще. Китайские вазы. Династии какой, не знаю. Ну, в общем, здесь на новостройке он строится даже. Кстати, телефон. А телефон, кстати, вот написали там сверху. Что меня удивило, мы пока ехали сюда, вот под палатной трассе, там атомная электростанция стояла прямо рядом с городом. Китайцы, конечно, молодцы. Пофигу на все, да? Лифтовый, там фигура какая-то еще, скульптура. Приехали сюда на этот ивент AirVox China 2018. Будет пахать в конференц-зале. Конференц-зал на втором этаже, попозже. Посмотрим. Вот здесь вид план. Тут там, где мы находимся, тут еще разные есть офисы, пол и так далее. Экскурсион будет. Да, он будет в холле, вот здесь, ивент. Странная скульптура. Что такое вообще? Мандаринчики не настоящие. Пластик. Выглядит прикольно. В общем, здесь такой вот неплохой лаунж. На первом этаже у них. Красиво все так оформлено. Люстры, типа из хрусталя, но может и стекло. Бананы тут растут. Разного рода картины, как это выглядело раньше. В снегу. А может просто старый Китай. Какие скульптуры интересные.
Tesla Canner. Еще здание. Family Mart. Очень известная сеть в Японии. Также и в Китае ее можно найти, как вы видите. Ветрище сильные. Но погода классная. Такой погоды не хватает в Японии, чтобы не сильно жарко, не сильно холодно. Елки до сих пор не убрали. У них тут Рождество китайское. Не хочу, но я...